В Нарьян-Маре стартовал третий региональный образовательный форум «Молодежь-83». В нем принимают участие 100 молодых жителей Ненецкого округа, в том числе из отдаленных поселений. Образовательная программа для окружной молодежи запланирована на 3 дня по 6 направлениям. В их числе «Я патриот», «Доброволец», «Ты предприниматель», «Мой выбор», «Молодежное самоуправление» и «Российское движение школьников». Российское движение школьников – одна из площадок уже 3-го по счету регионального форума «Молодежь-83». В этом году изменилось не только место проведения встречи. Вместо КДЦ «Арктика» – Ненецкий аграрно-экономический техникум, но и название и образовательная программа. Региональный образовательный форум Ненецкого автономного округа «Молодежь-83». И только раз в 5 лет по юбилейным годам Победы у нас будет проходить традиционный патриотический форум «Наследники Победы», который проходит уже с 1995 года по юбилейным годам. В этом году много новых фишек появилось, скажем так. Во-первых, у нас добавились 2 новые площадки – это «Молодежное самоуправление» и «Российское движение школьников». Традиционная площадка, которая у нас была, «Здоровый образ жизни», она никуда не делась, она осталась, но она проходит сквозным направлением через все другие площадки. Это значит, что каждый день участников форума будет начинаться с зарядки. Также для них проведут фитнес-тренировку и мастер-класс по здоровому питанию. Еще одно новшество – выборы президента форума. Как правильно организовать избирательную кампанию, расскажут представители клуба молодого избирателя «Мой выбор» социально-гуманитарного колледжа. Здесь формируются навыки лидера, умение правильно говорить, подать, изложить с нужную информацию для работы. Даже если не все пойдут в лидеры, да, и муниципальные учреждения, то как личности им будет очень легко реализовывать себя как навыки. Это и плюсом к их профессиональной деятельности. В процессе работы площадок ребята будут создавать проекты. Впервые у них появится возможность получить финансовую поддержку на реализацию своих идей. Завершится форум в воскресенье военно-патриотическим квестом на тему «Битва за Москву». Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».